Слышите, что говорит вот этот молодой человек Йода? Что вы еще не нажали на колокольчик? Вы еще не нажали на кнопку подписаться? И что вы еще не зашли на страничку в Patreon? Доктор Виктор Фурсов, энтомологист, beekeeper, teacher. Заходите на страничку в Patreon, участвуйте в наших проектах, поддерживайте украинскую науку, энтомологию, пчеловодство и исследования по насекомым. Да-да-да, это очень важно. Заходите на страничку Patreon. Йода вас туда приглашает, и я в том числе. Заходите.